привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, немецкая овчарка Лаки. Поздоровайся, скажи привет! Всем привет, ребята! Иногда она даже лает, как будто действительно здоровается с вами. Ребята, ставьте лайки, ведь вы знаете, больше лайков, чаще видео. Ну а сегодня, ребята, я заказала на сайте Darknet зелье золотого сиреноголового. Посмотрите, кто здесь. Белка у нас гуляет, прогуливается, тоже хочет сниматься. Да, и Лаки. На Лаки направьте камеру, она просит. Хорошо, отлично. Итак, ребята, мы заказали зелье с сайта Darknet золотого Gold Siren Head, золотого сиреноголового. Представляете, самые высшие пробы 999. Это просто чумасшедшая идея. Как она только пришла ко мне в голову, я не знаю. Но надеюсь, что вы, моя семья, поддерживаете меня, королеву мистики, в моем выборе. И сегодня мы купим это зелье, и я его выпью. Здесь лежат денежки, стоит оно не так дорого, потому что Лаки, не слезь со стола, блин. Потому что это не сам батя сиреноголовый, это не мать сиреноголова, это их брат, брат Голд сиреноголовый. Так, ребят, прямо сейчас мы идем и отдадим эти деньги менеджеру сайта Darknet. Итак, ребята, прямо сейчас остался обмен, я отдала деньги, и я получила зелье. Он сказал, что это зелье уже спрятано здесь у меня в лесу, ждет меня одинокое где-то среди этих веток. И сейчас при помощи моей собаки Лаки мы постараемся это найти. Лаки, иди ко мне. Лаки, хорошая девочка, слушай меня внимательно, слушай, слушай меня внимательно. Лаки, Лаки, зелье, Siren Head, золотой, золотой, ищи, ищи, Лаки, ищи, пошла, ищи, ищи, ищи. Ищи. Что ты там нашла? Лаки, ищи, ищи. Где ты здесь? Где ты здесь? А, нашла? Вот оно, вот, вот. Лаки, умница, молодец, хорошо. Молодец, умница, ребята, она нашла его. Я бы сама вообще никогда в жизни не нашла бы в такой траве зелье золотого сиреноголового. Посмотрите, это зелье даже такое, желтого цвета, даже не желтого, а золотого. То есть реально я сейчас превращусь, ребята, в золотого сиреноголового. Вы хоть раз вообще видели? Это просто чумасшедшая идея, мне кажется. Во-первых, я не знаю, как оно будет на вкус. Может быть, оно будет как металл. Во-вторых, вы представляете превращение в золото? Возможно, я сначала затвердею, как камень, а потом, блин, мои руки и ноги вырастут. Как он будет выглядеть? Я не знаю, как я после этого буду отходить, ведь зелье действует примерно 20, там, 10-20 минут, как бы, не более. Придется... Ух ты! Смотри! Габи убежала, Габи выпустили. Это Бим. Ребята, это друзья. Лаки, Бим, 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 ты же такой маленький. Тут маленький он. Бим, ты что? По сравнению с нашей собакой. Маленький такой. Пума, Пума. Это друзья, Лаки, Лаки, смотри. Прибежали. А Габи, смотри, только свистят пятки, убежала домой. Интересно. Боится, они охотятся за нашими кошками, наверное. Смотри, Лаки всех испугала. Чуть они не испугались. Все понятно. У нас тут Лаки самая большая собака, потому что она породистая. Они такие пришли тут, и она всех разогнала. Загавкала ведь Лаки. Это Лаки. Лаки умница. Хо, девочка. Хо, защищай, защищай. Молодец. Хо, умница. Вон, да. Хорошо. Хо, хо. Да. Вон он, Бим. Нет, скажи, наша территория. Пошли вон. Да, охраняй, охраняй. Хо. Смотри, как он гоняет. Иди, говорит, отсюда, друг. Это моя территория. Что это они делают? Так, а мне нужно. Она виляет хвостом. Видишь, Лаки, она дружелюбна. И Бим ее понимает. Ну вообще так прикольно, кстати, ребята, за тем, как живут мои питомцы, вы можете наблюдать на моем канале, он называется Ясинская Pets, там и Лаки, да, и мои кошки, кстати говоря, молодец, Лаки. Так что прямо сейчас переходите, подписывайтесь на канал Ясинская Pets, ребята, и также не забывайте подписываться на канал Ирины Ясинская на русском, там я рассказываю страшные истории, их очень много уже, там целая коллекция, скоро будет новая серия новогодних, рождественских историй, очень прикольных, страшных. Итак, ладно, короче, переступим к главному. Сейчас
О, просто жесть. Сейчас будем пить нафиг это зелье. Пошли до виски. О, Лаки. Смотри, что мы с тобой нашли. Что-то нашла, умница моя. Итак, для начала понюхаем. Смотрите, как оно выглядит. Желтое, прямо золотое. Я не знаю, как камера передает, Дим. Прям золотое. Короче, открываю. Шучу, ничем не пахнет. В принципе, как обычное золото. Золото же ничем не пахнет. Золото ничем не пахнет, особенно самой высокой пробы. И это зелье, короче, это зелье, блин, сайта Darknet ни хрена ничем не пахнет. Почему я так и заговариваюсь? Потому что у меня ужасно замерз рот, потому что у нас тут минус 15, минус 10, у меня все дрожит, просто жесть. Короче, ладно, не будем больше оттягивать. Раз оно ничем не пахнет, ребята, прямо сейчас на ваших глазах, под ваши бурные лайки, я выпью зелье золотого сиреноголового. Белка. Мяу. Все, у меня тут снимается. Белка, кстати, тоже есть на канале Есинская Пэт. Не забывайте подписываться, а мы давайте начинать. Оно ледяное. Лаки. Мама сейчас превратится в сиреноголового. Хорошо, девочка. Что-то я пока ничего не чувствую. Думаю, может быть, еще глоточек сделаю. Все, достаточно. Что происходит? Блин. Так, дай свободы. О. Короче, ребят, рассказываю ощущения. Как я и думала, в принципе. А, черт мой. Я не могу свои пальцы плакать. Что ты делаешь? Ты сейчас не пальцы отпущу, у меня пальцы закаменели. Я как будто бы... О, черт! Я не могу руки сложить. Мочи как будто каменели. Черт! Я на этого робота походу похожа. Я каменею. Ирина, очнись. Что происходит? Ирина, сейчас я тебе помогу. У меня есть вода. Ирина, жди. Ирина. Ирина, нет. Ирина, ребята, превратил сиреноголового. Ирина, ты здесь? Никого не видно. Ирина, где? Ирина, где ты? Наверное, она побежала в лес. Ирина, ты где? Черт, никого не видно. Ирина, ты где? Что это за звук? Это что? Это что? Сирена? Ирина! Не может быть. Она что, превратилась в золотого сиреноголового после зелья? Не может этого быть. Ирина, где ты? Лаки, ищи. Лаки, бери. Лаки. Никого не видно. Чёрт. Куда она подевалась? Ирина! Мне кажется, я там что-то вижу. Уже не помню.
Лаки. Лаки, ты видишь ее? Черт, надо бежать. Лаки. Она что-то нашла. Лаки. Лаки, ты нашла? Лаки нашла Ирину. Лаки, Лаки. Лаки, что здесь? Лаки, где Ирина? Лаки, Лаки. Лаки, иди ко мне. Нашла. Головой. Ирина, это ты? Не можешь это выпасть? Лаки! Ирина, где ты? Черт, я потерял. Ирина, ты где? Все проверить. Черт, вот так. Ирина! Ирина, ты в порядке? Ирина, что случилось? Ирина, Ирина! Черт! О! Зелье перестало действовать! Лаки, девочка моя! Ты меня нашла. Блин, офигеть, ребята, я как будто застыла. Я реально была золотой. Золотым сиреноголовым. Я надеюсь, камера и Дима успели заснять этого страшного монстра в обличии. Ну, то есть я была в обличии этого монстра. Мне реально не по себе. Зелье чумачечье, крутое. Если вам понравилось, то давайте соберем 2000 лайков на этом видео, ребята. И смотрите мои видео каждый день на канале Ирина Ясинская. Я их публикую в среда, пятница, суббота, воскресенье. Новые видео, ребята. Так что не пропускайте, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал, вступайте в мою семью, и я буду с вами всегда. Ваша королева мистики. Пока!